А лето все никак не придет. Синоптики ожидают потепления лишь в конце недели. Да и то с оговорками. Температура поднимется до плюс 23, но по-прежнему будет дождливо. В польские Татры тем временем и вовсе пришла зима. В горах метровые сугробы, видимость нулевая. Кроме вьюги, спасатели не исключают возможности схода лавин. Туристам советуют не отходить далеко от баз отдыха и передвигаться исключительно проверенными маршрутами. В Кыргызстане, наоборот, жарко до 30 градусов в тени. Температура подскочила сразу в несколько раз. Накануне на перевале Сары-Кыр образовались 3-метровые слои снега. Непогода повредила линии электропередач. Теперь аварийные бригады устраняют последствия. Завтра в Бобруйске синоптики обещают переменную облачность. Ближе к вечеру пойдет дождь. Присоединится к нему и гроза. Днем столбик термометра устремится вверх, но не стоит обольщаться. Всего 15-17 со знаком плюс. Ночью от 7 до 9 тепла. Кристина Риянс, Максим Галеонко, Бобруйск 360.